Хочу проиллюстрировать это на одном примере. Света, я сейчас покажу тебе картинку. У вас, дорогие участники, она появится на экране. И попробуйте сразу же, ну, быстро сказать, что там происходит. Она его задушила подушкой. И ее застали. Вот, это очень хороший пример того, как работает сознание. А теперь давайте посмотрим, что происходило на самом деле. I don't hate your mother. Morning, Bev. В действительности здесь произошло то, что она хотела принести еды и просто взяла подушку, чтобы, чтобы брать. Он подумал, что она душит, потому что это то, что он увидел, и сознание сразу же сложило эту историю. И это происходит автоматически со всеми нами в любых ситуациях.